Так, всех приветствую. Итак, мы начинаем, вернее, продолжаем нашу серию по дописыванию отвернутых картин. Вот. И камера не работала, поэтому вот одну овечку я изобразил в пейзажике в таком, написанном еще год назад больше, наверное. Вот. Для того, чтобы внести какое-то действие в довольно-таки скучный пейзаж. Вот. Потому что здесь такое одно действующее лицо было, это ворона, а она как бы не делала погоды. А вот если расположить здесь овечек, которых здесь в изобилии пасется на берегах Араина, то будет намного более интересно. Вот. И я подбираю, вот нафотографировал много пасущихся овец здесь же на нашей территории. Можно подобрать. И задача вот какая, смотрите, вот много горизонтальных линий таких, или приближенных к горизонталям. Задача перебить вот эти линии движением немножко в другую сторону. Поперек как-то их посмотреть. Сейчас я вот подберу. Вот я нашел такую, допустим, да, вы тоже себе можете найти, допустим, какой-то объект, который вы можете вот вставить в свой какой-то пейзажик, писать. И вот каким-то нейтральным цветом. Допустим. Охрочка чуть-чуть разбили. С каким-то холодным, допустим, там с кобальтом зеленым. Ну, можно нейтральный. Нейтральный цвет. Фоновый. Посмотреть, где мы ее можем вписать. О, это еще такая сыроватая. Движение, вот это главное поймать движение, ось овцы по диагонали. Вот от такого серого цвета мы потихонечку, так, вспоминаем сразу же, откуда у нас свет, источник света, справа солнышко у нас. Ну и вот овечка, вот слава богу, здесь тоже вот справа источник света. Если нет, корректируем и как бы по воображению уже немножко тогда работаем. Вот. У нее характерное освещение. В данном случае не надо здесь никаких передавок. Как бы стараемся пленерить немножко. Ну, то есть с натуры, или вот даже если и по фотографии, то такой живой кистью работаем. И работаем на тепло-холодном. Вот немножко так наметили таким сероватым цветом. А потом раз. И добавили немножко охры. Добавили тепленького.
если еще теплее, то охры золотистые, допустим. И очень важно посмотреть конструкцию вашего животного, с которым вы работаете. И вот такие основные конструктивные элементы, что называется. Как бы. Вот его окорочок, вот задняя часть, характерный наклон такой, где изгибы идут, где вот характерные линии, показывающие на конструкцию животинки, которую вы изображаете. И когда вот такое пятно у вас готово, теперь можем выделить кисточку. Взять Арарат. Кобальт фиолетовый. И немножко в тенях поработать. Во-первых, кинуть ему падающую теньку. Она где-то может быть потом более холодная. А может быть и более нейтрально для начала. Вот. Можем темным обрезать светлые места. Вот. Можем белым обрезать темных. Но вообще считается, что когда белым обрезаем темное, оно как бы это лучше, что оно мягче смотрится там и так далее. Но тем не менее, возможны любые варианты. Главное, чтобы мы вылепили вот конструктивную форму и направили ее в нужном нам направлении. В данном случае перебили вот эти линии, чтобы было интересно. Даже вот эту овечку я немножко. Ну, она как бы опять же подчеркивает вот эти вот линии. Вот это уже пойдет немножко в разрез. Какую-то еще где-то на заднем плане можно сделать уходящую от нас, допустим, вообще вот туда, фронтально, сзади или спереди. Смотрим. Есть чего всегда выбрать. Вот. Можно пойти на натуру даже. С натурой, но сейчас холодновато будет. Поэтому сильно не погуляешь.
Да. Есть еще такие интересные, как бы я фотографировал на закате солнца, и они вот белая их шкура такая овечья, она от солнечных таких бликов, от рефлексов немножко в красное впадает, в таких в полутонах. Поэтому, чтобы она не была там черно-белая, вот я там масс желтый, прозрачный, вот какие-то, чтобы она подсветнее чуть-чуть была. Где-то в каких-то местах. Пару таких, может быть, мазочков. Ну, не сильно, конечно. Все делаем по чуть-чуть. Нам нужен цвет, цвет. И опять же, помимо цвета, следим за конструкцией. Объем брюшка показать. Овцы такие хорошие, ухоженные. И самая освещенная мордочка. Короче, себе делаем такую студию на рисование животного. Тренируемся себе, получаем удовольствие. А заодно исправляем наш пейзажи. В конце уже дописываем, уже даже предыдущую дальше тронуть чуть-чуть. Такими более мелкими мазочками. Такой летящий кистью. И главное, чтобы вы видели цельную картину того, что вы делаете. Так немножко отодвигайтесь в сторону и прищуритесь. Тогда вы увидите цельный свет и цельную тему.
Так, немножко возьмем, вернемся к нашей темке. Вот она все-таки должна быть холодная. Может, не такая, как здесь. Здесь, наверное, слишком. Поэтому кобальт фиолетовый, арарат, немножко ультрамарин. Вот эту пропорцию надо. Так, берем эту пропорцию. И вешаю такие прикольные колокольчики. И у этой овечки есть. Они такие яркие. Чтобы не потерялись. Можно было найти в случае еще. Вот эти желтенькие. А вот и был розовый шкур. Розовый близкий дорог. Что-то яркое на акценте. Оно и разнообразит пейзажи. Промокаем немножко тени, чтобы не были сильно глубокими, чтобы там в них были тоже какие-то рефлексы все-таки. Так, ну и давайте подберем что-нибудь вот здесь на заднем плане. Будь здорово. Вот идет прямо на нас. Вот такая овечка. Можем сделать скриншот. И для удобства увеличить ее. Ну, вот так на нас еще, да? Да, чуть-чуть меньше. Ну, конечно, меньше, да, да, на перспективе. Да, да, туда. Ну, соединить с этой, я не знаю, с ее. Чуть-чуть ближе, близко, близко. Чуть-чуть меньше размера. Мы же решили перечеркнуть. Ну да. Красиво будет. Так. Хорошо. Я вам внесла коррективы. Пожелания. Ну, все время с тобой как-то друг другу подсказываем.
на нас идет прямая речка. Вот. И она уже, конечно, дальше от нас, поэтому она уходит в перспективу чуть-чуть. Вот. Ну и мы ее за счет должны укоренить, короче говоря, за счет падающей тени от нее. Мы должны поставить на плоскость. Опять же у нас идет процесс. То светлым обрезаем темное, то наоборот. Здесь освещение другое, поэтому придется немножко его придумать свое. Я увеличу ее немножко в размере, потому что сильно мелкая она не будет смотреться.
И справа, самое главное, вот голову схвати, опущенную вниз. Это движение будет наиболее такое подчеркивающее. Ну, она еще и ножки как-то скрестила, овечка в движении. Я сознательно не беру маленькую кисточку. Для того, чтобы постудировать именно работу такой летящей кистью. Не вырисовывать картинку, а фешинский. Фешинский, да. Вот фешина сейчас много смотрим. Гениальный художник, конечно. И его главное. Фишкой было то, что он очень много-много рисовал с натурой, да. Вот. Поэтому везде присутствует вот его живая кисть. Кисть постоянно вытираем, чтобы не было грязи. Три достаточно или еще одно сделать? Сейчас посмотрим. Между другими как-то надо. Чуть-чуть забери. Что надо? Ну, какое-то соприкосновение тёмное. Забери чуть-чуть, чтобы перебить все такие. Ну, чуть-чуть, все так. Так, между ними сделай потемнее чуть-чуть. Вот первый наш. Чуть-чуть. Типа, еще ярче. Махонку. Так, хорошо. Ну. Продолжается эта линия, поэтому... Ну, если мы боремся с ее линией, тогда надо просто ее линию, может, проще поменять. Вообще, здесь нарисовали нашу вот такую небольшую. Хорошо. Которая так пасется. Давайте теперь сделаем бяшу, которую сделаем по воображению. Сильно большую не надо. Зацепил все. Хорошая, да. Зацепил случайно. Кадмий красный, а мы если добавим немножко араратской, то будет у нас
черно-серый цвет. Там, кстати, эти крыши поддержать было неплохо. Пусть она и будет такая красная чуть-чуть. Да. Как бы они же бяши особенно хороши, когда вот на закате они пасутся там такое. Вот поэтому. И вот как бы такая проба рисования еще и по воображению. Как бы, чтобы понять общую конструкцию животного, свет справа. Придумываем, даже движение можно придумать. Ему как вот овечка идет. Остренькая мордочка.
И такое на заднем плане, там особо детализировать не надо. Но мне же угадывалось. Адрес овечки из дыры, чтобы он был объемный такой, конструктивный. Еще один адрес. Ну вот, Лена предлагает еще одну маленькую. Маленькую, у Брейгера, помнишь, там были результаты? Какие-то были. Как посмотреть? О! Кричи. Так, где вы говорили дальше? Минуточку. Ну, я знаю. Подумаю. Ну, 4 недели, да, 5, да? Ну, это чисто такое. Что здесь? Ну, знаешь, как чисто. В эту сторону смотрит. Ну, здесь дерево вот ничего. Вообще не могу на дерево. Вот такую маленькую, которая прям туда заходит немножко на реку. Вот ее жопка впереди. Да, маленькую, совсем маленькую. И ты их уже на память нет. Просто пятно, подразумевающее овечку, и снизу подбили падающие тинты, и все. Чтобы минимизировали. Детализацию минимизировали. Хотя для разнообразия, чтобы они не повторяли те же движения, можем сделать и здесь голова опущена, а здесь под ними голову, допустим. И она смотрит вот сюда. Мордочка более острая, чтобы не было похоже на корову. Головы у них маленькие, шерсть до пола. Еще. Да не надо, зачем? Ну, вот примерно вот так.
уже завязался какой-то эта мизансцена разыгралась в дебрях нашего пейзажа. Немножко, по ходу дела, нужно и домики слегка дополнить светом. Границу света и тени слегка подчеркну, чтобы более цельное пятно света было. Эти работы все написаны, серия работ, написанных на берегу Райна. Вот. Мы полгода прожили практически на берегу, в курортном таком месте под названием Вандерленд. Вот, когда мы одни из первых попали, наверное, даже не из первых, это первые мы попали сюда, в это место Германии 26 февраля. Вот, нас поселили, спасибо немецким друзьям. Такой парк аттракционов с гостиницей, сеть целая, городок развлекательный. Вот. И там мы досмотрелись уже, конечно, живости. Пуси, гуски, овцы. Вот. Гуляли прямо по территории и возле территории этого городка. А мы их с удовольствием изображали. Пользуясь случаем, чуть-чуть оживить
Ну, как бы в целом это просто совет, каким образом можно немножко улучшить свои старые работы, которые вот стояли, никому не нужны. Вот. А вы можете их наполнить каким-то смыслом, сценографией. Как-то по-новому осмыслить их. Ну, это хорошая практика, хорошая штука. Не требует сильных материальных затрат, но дает вам определенный опыт и немножко улучшает ваши работы.